Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan men Rahmon Rustam. Xo'sh tanishtiring. Jurabek. Qayerga kelyapmiz? Instagram ofisiga kelyapmiz. Aha. Xo'sh tanishtiraman. Основатель bilan Николай Жарич. Juda ham ko'pchilik qiziqdi, Instagramdan qanday qilib pul ishlasa bo'ladi deb. 800 ga yaqin insonlar registratsiya qildi-yu, lekin qanday qilib pul ishlashni bilmayapti. Xo'sh Основатель bilan o'z bilan gaplashamiz. Hamma-hammasini o'zingizlar ko'rasizlar, eshitasizlar. Qani so'm ketdik do'stlar. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Qay? Marhamat. Do'stlar, mana ofis. Здорово. Ну что, присаживайтесь. Сейчас расскажем вам про самый крутой сервис, про самый крутой стартап этого года. Xullas, do'stlar, biz mana ofisdamiz, Instagame'ning ofisi. Mana shu yerda hammasi shu yerdan boshlangan. Xullas, bilan tanishib, hammasini tushuntiradi qanday pul ishlash. Всем салют, друзья! Меня зовут Николай Жаричев, мне 27 лет, я отец троих детей, сержант войсковой разведки, ветеран боевых действий. И сейчас вы находитесь в офисе в Санкт-Петербурге, и это мой четвертый ребенок. Это компания, которую мы запустили в этом году, буквально месяц назад, в апреле. Я вам скажу, что это самый мощный стартап этого года. И у вас появилась уникальная возможность стать частью нашей команды, частью нашей семьи, вместе с нами рвать этот рынок. И это мощный инструмент, который поможет решить многие ваши проблемы, может помочь раскрыть ваш потенциал, что очень важно в нашей жизни. Поэтому, друзья мои, сейчас я вам немножечко расскажу, бегло, кратко, но я очень хочу, чтобы вы все-таки вникли и разобрались уже более подробно с этим и не упустили эту возможность сейчас самореализоваться. Итак, смотрите, на чем основан наш инструмент. Я хочу, чтобы вы поняли, я прежде всего хочу достучаться до вас сегодня вот сюда. Да, то есть вот сюда, чтобы вы понялись и проникли нашей идеологией, которую мы несем. Инстаграм – это мощная площадка, одна из самых мощных площадок, продающих площадок, с помощью которых вы можете зарабатывать большие деньги, открывать бизнесы. И Инстаграм начинался когда-то просто с мобильного приложения в телефоне, для рестораторов, для того, чтобы фоткать еду, люди просто, для рестораторов, точнее, чтобы они выкладывали еду, и люди смотрели, как бы, и только потом уже люди начали выкладывать селфи, и из мобильного приложения, которое было на стартапе, выросла огромная компания. И сейчас, по факту, мы можем наблюдать такую же процедуру, да, когда из маленького приложения, из маленькой компании может вырасти огромная-огромная компания, и вы можете быть причастным, вы можете стать частью компании, понимаете, получать процент от товарооборота компании. Компания может помочь вам с разных сторон. В общем, я сейчас постараюсь вам накидать основные моменты позиционирования нашей компании. Это первая образовательная платформа. Как вы должны понимать, что чем больше извилин в вашей голове, тем больше денег в вашей кошельке. Это все прямо пропорционально, то есть одно без другого не может быть. Вы, наверное, знаете, когда богатство на кого-то падает, да, и какое-то наследство, то люди не могут удержать этого, потому что у них нет финансовой грамотности, они не знают, как приумножать эти деньги, они теряют очень быстро деньги. Поэтому здесь очень важно получать знания в свою голову и уметь их монетизировать. Поэтому мы образовательная платформа, и человек обычно находится в двух стадиях. Либо он деградирует, либо он развивается. Деградирует большинство. Но мы хотим объединить, это комьюнити, это объединение ребят, которые хотят развиваться, которые хотят помогать друг другу. То есть помогать друг другу в этой жизни, это круто, друзья мои, и это нужно делать. И это нужно делать абсолютно бескорыстно. А вот основная задача, это первая образовательная социальная сеть, в которой вы можете развиваться, общаться, тусить и при этом достигать какие-то определенные цели. Итак, смотрите, все начинается с регистрации. Вы регистрируетесь, и это инстагейм, игра, где нужно проходить определенные миссии. Итак, я вам сейчас немножечко покажу, как выглядят миссии. Смотрите, миссия. Есть 8 миссий, которые вам нужно пройти. Соответственно, в первой миссии вам нужно подписаться на 10 человек. Просто подписаться на 10 человек. Я вам сейчас немножечко буду дублировать это. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Подписаться куда? В Инстаграм. Если у вас еще нет Инстаграма, вам срочно его нужно заводить. Потому что Инстаграм, я повторюсь, это очень мощный инструмент.
И по факту наша компания, наша игра поможет вам стать от новичка до профессионала. То есть от основы Инстаграм рассказать до более профессиональных моментов. Не бойтесь, друзья мои, что-то новое узнавать в этой жизни, да, и что-то пробовать новое. Здесь страшного ничего нету. Поэтому вам нужно будет подписаться в первой миссии на 10 человек из Инстаграма на свой аккаунт. И здесь будут люди, здесь будет человек, который позвал вас в эту игру. Также в этом списке будет человек, кто его позвал в эту игру. То есть здесь мы взаимно помогаем друг другу раскачать этот аккаунт. То есть не нужно переживать то, что у вас будет там 0 подписчиков на старте, или у вас сейчас там 100 или 200. С помощью нашей игры вы можете получить и 100, и 200, и 300 тысяч подписчиков за месяц даже. Вот просто за месяц, если поверить в это и действительно начать действовать. И в дальнейшем можете монетизировать и продавать рекламу у себя в Инстаграме. Поверьте, друзья мои, это все возможно. Итак, первая миссия – это нужно подписаться на 10 человек. Вторая миссия – это нужно выполнить активность. Мы называем это социальная активность. То есть вам нужно зайти к этим 10 людям и поставить лайки, и поставить комментарии. Для чего это нужно? Друзья мои, мы сейчас базируемся на базе Instagram. В Instagram всегда есть тренды. Были тренды на mass following, mass liking – это уже не работает. Были тренды на giveaway – это тоже не работает. Для тех, кто не понимает, что это такое и думает, что это матерные слова, это способы продвижения Instagram. Вот. И сейчас есть определенные тренды на органический трафик. Мы номер один по организации органического трафика. То есть мы взломали алгоритм Инстаграма. То есть можете считать так. То есть мы хакнули Инстаграм, мы взломали алгоритм Инстаграма и в обход Инстаграма можем давать вам подписчиков, живых, настоящих. Потому что в Инстаграме сейчас умная лента. Что это означает? Это значит, что Инстаграм борется с фейками. Он против накруток, против там фейковых аккаунтов каких-то. Он за живое. Чтобы нужно, ну, мы тоже за живое. Нужно быть, а не казаться. Это очень важно. Поэтому с помощью нашего сервиса вы можете стать действительно экспертом в какой-либо области, понимаете, и монетизировать это. Поэтому Инстаграм борется с накрутками, и у него есть сейчас умная лента. Соответственно, чем больше живых людей заходят к вам на страничку, лайкают вас, комментируют, тем больше ваш аккаунт поднимается в профиле Инстаграма. Вы выходите в топ по хэштегам, выходите в топ по геолокациям, выходите в топ просто по Инстаграму, и охват увеличивается. То есть приведу пример просто. Там мне попалась какая-то красивая там девочка, допустим, к примеру, я там написал ей комментарий о том, что клевый у тебя орех, и я буду уверен на 100%, что эту фотографию Инстаграм покажет моей жене, потому что моя жена часто заходит ко мне на страничку, и так работает Инстаграм, так работает умная лента Инстаграма, что он покажет эту фотографию моей жене и скажет, все, скорее тебе тоже она будет интересна. И все, то есть вот так работает это. Соответственно, если к вам заходят люди, лайкают вас и комментируют, то ваша фотография будет показываться их окружению. Тем самым сам Инстаграм будет давать вам подписчиков. То есть вы можете получить подписчиков не только за счет нашего сервиса, но и за счет самого Инстаграма, друзья мои. И мы усиливаем, так сказать, работу Инстаграма, да? Соответственно, во втором задании вам нужно будет подписаться на... сделать активность для этих 10 человек. Итак, друзья мои, смотрите. Дальше вам нужно будет оплатить сервис. Стоимость 890 рублей. В Питере это цена 3 чашек кофе. То есть это инвестиция в себя прежде всего. То есть вы инвестируете в себя 890 рублей. Вы можете взять на год, это будет 300 рублей в месяц для вас. Я не думаю, что для кого-то это большие деньги. Друзья мои, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Вы можете найти 1000 причин, почему вы не можете сейчас активировать сервис и стать частью нашей команды за 890 рублей. Мы все мастера спорта по отговоркам. Я очень хочу, чтобы вы не искали никаких отговорок, а были экспериментаторами. Вы экспериментировали и что-то пробовали. Вы открывали одну дверь за другой, одну дверь за другой. И рано или поздно вы откроете ту самую дверь, и ваша жизнь играет самыми яркими красками. Друзья мои, не нужно сидеть на заднице и чего-то ждать у моря погоды. Нужно действовать, нужно заходить и брать свое. Поэтому, а чтобы брать свое, нужно экспериментировать. И у вас такая офигенная команда сейчас собирается. Я думаю, что это будет просто преступлением, если вы упустите эту возможность. Поэтому вы активируетесь в игре за 890 рублей. Дальше смотрите, что вы получаете за 890 рублей, чтобы вы понимали. У нас есть раздел «Знания». Раздел «Знания» сейчас, он упакован, и сейчас позиционирование идет исключительно на личный бренд, то есть на раскачку личного бренда. Личный бренд – это бизнес 21 века, это самый выгодный бизнес 21 века. Мы живем, друзья мои, в новых реалиях, в реалиях социальных сетей.
Если ты умеешь создавать трафик, значит, ты умеешь добывать нефть. Если у тебя много подписчиков, у тебя много золота. А если у тебя много золота, ты можешь решать многие проблемы, понимаете? То есть сейчас это реалии. Поэтому личный бренд важно сейчас раскачивать. И важно, чтобы твой личный бренд был самым сочным, самым ярким, чтобы ты выделялся. Поэтому Инстаграм – это социальная сеть, в которой много серых людей, и ты должен выделяться на их фоне. Поэтому мы даем тебе возможность получить знания от регистрации в Инстаграме до создания мощного, сочного личного бренда. Просто приведу пример. Ты зарегался, тебе нужно придумать крутое описание. Тебе нужно подумать, как себя позиционировать. Пожалуйста, обучение. Мы тебе расскажем, как работает алгоритм Инстаграма. Мы тебе научим делать крутые фотографии. 10 уроков от крутого московского фэшн-фотографа, который расскажет тебе, как круто фоткать на мобильный телефон. Для того, чтобы делать крутые фотки, селфи, не обязательно иметь какую-то камеру специальную, понимаешь? То есть достаточно иметь сейчас любой Huawei, любой телефон, там, смартфон, делать крутые фотки. Нужно просто научиться это делать, правильно вставать у света, правильно делать композицию и так далее. Мы тебя этому научим. После того, как ты упакуешь свою ленту красивыми фотографиями, тебе нужно их обработать еще. У нас есть 4 урока по обработке фотографий. Соответственно, дальше тебе нужно написать красивый текст. Уроки по копирайтингу. То есть копирайтинг – это умение писать круто текста. Ты можешь отучиться в институте, идти на работу, там, сидеть менеджером за 40 тысяч, а можешь стать экспертом в области копирайтинга. Ты можешь использовать наш продукт как трамплин. Потому что любой копирайтер, человек, который умеет писать круто текста, продающий текста, зарабатывает от 100 тысяч рублей, сидя дома, печатая их на компьютере. Потому что сейчас это очень важно и нужно. Любая газета, любой журнал, любой блогер хочет, чтобы у него были какие-то крутые продающие текста. Но мало кто может это делать. После того, как ты научился писать, тебе нужно писать круто сторисы. Соответственно, здесь ты получишь уроки. Только у нас есть эти уроки, нигде больше, потому что это авторский контент. И поэтому ты здесь получишь крутые уроки по сторисам. Ты будешь выделяться на фоне других аккаунтов. И к тебе чаще будут заходить люди, потому что интересно будет прочитать твой пост, увидеть твою новую фотку или посмотреть твой новый сторис креативный. Также мы научим тебя здесь выходить в прямые эфиры и настраивать таргетированную рекламу, если ты захочешь что-то продавать. Это все, что связано с личным брендом. Также у нас на следующей неделе появится обучение по продажам, то есть ты научишься продавать что-то, а продавать в наше время, мы все что-то продаем сейчас на самом деле каждый день, да, и если ты получишь этот навык, то ты сможешь продать на рынке труда прежде всего себя, потому что сейчас на рынке огромная конкуренция, и нужно научиться именно презентовать, продавать себя, а там продукт это уже второстепенный. Также, соответственно, появится обучение и по здоровью, и по красоте, и по фитнесу, и по семейным отношениям. То есть это целая образовательная площадка, которая будет постоянно обновляться. И за 890 рублей тебе будет доступно все это обучение каждый месяц. Ты можешь каждый месяц просто проплачивать и каждый месяц смотреть все новое и новое обучение. Но смотреть одно важно применять на практике. Также мы даем тебе в подарок 10 сервисов. Сервисы для улучшения твоего Инстаграма. То есть 10 разных сервисов. Так. Все эти сервисы стоят денег. Все эти сервисы стоят денег. Соответственно, это уже более для профессионалов. То есть те, кто хочет продавать что-то через свой Инстаграм, либо блогеры, либо люди, которые пытаются вовлечь в бизнес какой-то других людей. То есть, к примеру, приведу. Это автоответчики в Директ, это автопостинги, это рассылки в Директ, это топлинк-визитки. То есть топлинк-визитка стоит отдельно, вне нашей платформы, $30 на год. Мы ее даем бесплатно на этот год. То есть даже можно просто ради этого платить 890 рублей, чтобы получить все эти сервисы. Соответственно, автоответчик, для чего он нужен? Ну, к примеру, у тебя есть какой-то бизнес. Ты чем-то занимаешься, ты что-то продаешь, к примеру, у себя на страничке. Соответственно, тебе человек подписался на страничку. Зачем он подписался? Его, возможно, кто-то порекомендовал, возможно, нашел тебя в поиске. Но как только он подписался, у тебя сразу автоответчик срабатывает и говорит о том, что «Привет, дружище, спасибо, что подписался на мою страницу, я тебе могу быть полезен тем-то, 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 если что, пиши, не стесняйся». Ты снимаешь барьер сразу же и получаешь либо покупку, либо вход в свой бизнес. Потому что человек боится тебе написать, а с помощью автоответчика снимается этот барьер, и он тебе пишет, соответственно. Все эти сервисы ты получаешь абсолютно бесплатно. Ну это круто же, мне кажется. То есть у любого продукта есть цена и есть ценность. Здесь за маленькую стоимость ты получаешь огромное количество курсов и огромное количество сервисов, которые помогут тебе стать экспертом в области Инстаграма. Итак, дальше. В чем мы взломали алгоритм Инстаграма?
мы можем тебе дать также, помимо этого всего, подписчиков. Хочешь 10 тысяч подписчиков, хочешь 100, хочешь миллион, хочешь обогнать Ольгу Бузову, с помощью нашего сервиса это легко можно сделать, было бы желание. Так как это работает? Смотри, ты подписался, я говорил, в первой миссии тебе нужно было подписаться на 10 человек. Так вот, кто эти люди? Это люди, которые с активной жизненной позицией. Люди, которые поняли, как можно здесь получать подписчиков. Я хочу тебе рассказать то же самое. Соответственно, смотри, у нас есть партнерская программа. Как она работает? 8 уровней. 8 уровней. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я думаю, что не составит труда порекомендовать наш сервис 3 людям. Ну, можно 4, можно 10, можно 100, можно 1. Ну, порекомендовать, сказать о том, что крутой сервис, присоединяйся. Предположим, что ты пригласишь 3 по своей ссылке. Если ты это сделаешь за 3 дня, мы тебе дадим 1 месяц в подарок. 890 рублей экономии, неплохо, не правда ли? Плюс, для того, чтобы у тебя это гарантированно получилось, мы тебе дадим 3 промокода со скидкой 50%. То есть ты можешь просто сказать, выйти там, я не знаю, если есть Инстаграм, уже написать сторис, ребята, крутой сервис, присоединяйтесь в игру, у меня есть 3 промокода со скидкой 50%. И так уж мы устроены, что человеческая алчность и жадность, и люди сразу скажут, я хочу быстрее, человек не будет думать, он оплатит. И это на самом деле круто, потому что мы не, друзья мои, мы ценность несем. Это очень важно на самом деле вытаскивать людей из этого болота, в котором они находятся. Люди же, ну, не могут найти себя, не могут как-то самореализоваться. Мы поможем это сделать, понимаете? Поэтому вы несете людям ценность, и страшного ничего нету. Если человек оплатится, потом уже начнет разбираться, потому что это действительно крутой продукт. Итак, у вас есть 3 промокода со скидкой 50%. Это для самых близких ваших, там, да, которые пойдут за вами. Соответственно, у этих 3 людей также будет 3 промокода. Они также могут пригласить по 3 человека, и у вас во второй линии уже 9 человек будет. И вы будете в списке тех людей, на кого надо подписаться. Понимаете? То есть цепочка. Я хочу, чтобы вы поняли, как работает цепочка. Вы пригласили 3, они подписались на ваш Инстаграм. Эти друзья пригласили по 3 человека, эти 9 человек оказались в этой цепочке. И эти 9 человек подписались на ваш Инстаграм, и они обязаны будут лайкать и комментировать вас. Итак, эти 9 человек пригласили еще по 3, у вас появилось 27 человек. Эти 27 человек подписались на ваш Инстаграм, и они будут лайкать и комментировать вас. Соответственно, 27, 81, 243, 750, 2250, 6500 человек. Если каждый будет приглашать по 3, то выстроится вот такая вот система. И эти все люди будут подписаны на ваш Инстаграм. Неплохо, не правда ли? У нас есть раздел «Энергия». Раздел «Энергия» – это инструмент, который позволит упорядочить активность. Чтобы тебе сам Инстаграм давал трафик еще дополнительно, люди должны постоянно заходить, лайкать и комментировать. Здесь по факту раз в 4 дня, раз в 5 дней людям нужно будет заходить к тебе на страничку. Вот за тобой также будет закреплено 10 человек. Тебе нужно будет им ставить лайки и будет ставить комментарии. То есть вот выполнять вот эту активность. Соответственно, ты делаешь это для 10 людей, для тебя это будут делать тысячи и сотни тысяч других людей. Все очень просто. Смотри, если ты пригласишь не 3 людей, не 3, а допустим, ты пригласишь 5 человек, то геометрическая прогрессия будет примерно такая: 5, 25, 125. 625, 3125, 15 тысяч, 75 тысяч, 360 тысяч. Примерно 500 тысяч человек подпишутся на твой Инстаграм, которые будут лайкать, комментировать. Нужно поверить просто в это. Ты считаешь, что это при идеальных условиях, когда все будут по 5 приглашать? Ну, это действительно так, но еще бывают люди, пригласив достаточно 1 человека, и у тебя сразу же может быть 1000 человек за один день. Да, или ты пригласишь блогера-миллионника, и где-то в 5-й линии он появится, не ты пригласишь, а знаешь, через 5 рукопожатий можно до президента дойти любой страны. Да, и вот здесь то же самое, там в 5-й линии у тебя появится какой-нибудь мощный блогер или сетевик, и он 10 тысяч человек поставит, 20 тысяч человек поставит. Появятся просто амбициозные ребята, которые качнут твою сеть как следует. Достаточно просто найти там 1, 2, 3. Разница лишь вот 6,5 тысяч человек и 360 тысяч человек. Разница лишь всего лишь в 2 людях. Ты на старте позвал на 2 человека больше. Вот так работает математика. Это математика, с ней не поспоришь, здесь никуда не пойдешь. Поэтому эти люди подписываются. Ты делишься информацией и все. То есть вот это и есть взлом Инстаграма. То есть мы в обход Инстаграма даем тебе подписчиков с нашего сервиса.
возможность получать знания и пользоваться сервисами. Но это еще не все. Это мощный инструмент по зарабатыванию денег. Ну не просто денег, не просто активного дохода, но и пассивного дохода. Если у тебя сейчас есть какая-то кредитная яма, допустим, у тебя есть какие-то финансовые проблемы, наш инструмент поможет тебе решить эти вопросы здесь и сейчас. Если у тебя есть мечта купить квартиру, машину, переехать в другой город, ты можешь это сделать уже в этом месяце. Именно в этом месяце. Не откладывая на потом и на завтра. Нужно лишь поверить в себя, в свои собственные силы. Так вот, каким образом это работает? Смотри. Ты не просто так будешь делиться этой информацией. Мы выплачиваем партнерскую программу, где 20% ты получаешь за лично приглашенных. Ты позвал друга, он оплатил сервис за 890 рублей, ты получил 178 рублей. Круто, круто. Соответственно, со второй линии 10%. Это когда твой друг тоже захотел раскачать свой Инстаграм, начал делиться информацией, и ты получил 10% своего оплаты, это 89 рублей. Согласись, неплохо, когда 25 человек оплатят сервис, ты их даже знать не знаешь, ты не предлагал никаких усилий, потому что эти твои друзья это сделали. Ты получишь по 89 рублей с каждого. 2200 рублей придет просто изи. Соответственно, по 5% мы выплачиваем с 3 по 8 линию. По 5% с 3 по 8 линию. Соответственно, можно здесь высчитывать, сколько это в деньгах будет. То есть ты пригласил 5 человек, они оплатились по 178 рублей, ты уже обратно вернул свои 890 рублей. Здесь 25, там 2200 человек оплатили. Давай предположим просто, что вот здесь 75 тысяч человек оплатили по 5%. Пускай будет 10 тысяч человек по 5%, не суть важно. Сколько будет 75 тысяч, сейчас я, секунду. Предположим, что 75 тысяч в линии оплатят, умножаем на 44 рубля, это 5%, это 3 миллиона 300 тысяч рублей. То есть 3 миллиона 300 тысяч рублей ты получишь, если люди вот оплатят там в седьмой линии такие. Если 360 тысяч человек оплатят, ну там заоблачная сумма, друзья мои. Это на квартиру в Москва-Сити хватит, и на машину еще останется. Понимаете? То есть это самый лучший бизнес. Самый лучший бизнес – это тот, который начинается с нуля, без вкладывания денег. Что если вы захотите открыть любой бизнес, кофейню, ресторан, все что угодно, вы начнете с финансовой ямы, с кредитной ямы, и потом будете выбираться из нее. И не факт, что выберетесь, потому что 90% людей не выбираются из нее. Соответственно, здесь вы можете с нуля, ничего не вкладывая. Я не считаю, что 890 рублей в себя, в свои знания – это вложение. Вы получаете возможность зарабатывать большие деньги, неся ценность людям. Понимаете, закон Вселенной очень простой. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Это закон Вселенной, от него не уйдешь никуда. Поэтому ты несешь ценность, ты даешь людям, ты вытаскиваешь его из серого болота и даешь им возможность развиваться и стать частью комьюнити крутого, получать крутые сервисы и возможность зарабатывать деньги. В общем, вот так вот это выглядит. Это в личном кабинете. У вас будет раздел финансы, вы будете видеть начисления за каждый уровень. Второй уровень оплатил. Где-то будет там третий, здесь по 89 рублей. Видите, как я говорил, 10% со второго уровня. С третьего по 5% будет уже приходить. И вы такие смс-ки будете получать каждый день на телефон, если внутри кто-то будет оплачиваться. Друзья мои, но и это еще не все. Это активный доход. Активный доход, вот я говорил, что я хочу достучаться до вас сюда. Можно зарабатывать миллион в месяц, миллион в день, неважно. Но это активный доход, это не путь к счастью. Я сейчас хочу вам объяснить такую вещь. Многие задают себя вопросом, как мне себя найти, для чего я родился, как мне раскрыть свой потенциал и прочее. То есть многие люди задают себе такой вопрос. Так вот, друзья мои, я давно себе ответил на этот вопрос, еще будучи студентом. Я родился для того, чтобы стать свободным человеком, для того, чтобы увидеть мир, для того, чтобы побывать везде, путешествовать, для того, чтобы стать свободным человеком. И есть два вида свободы. Я нигде этого не читал, это лично я сам к этому пришел, исходя из личного опыта и жизни, друзья мои. Поверьте мне, у меня в 27 лет 6 источников дохода, 5 из них пассивных, 3 детей, я немножечко мыслю и думаю по поводу этого, по этому поводу, так сказать. Так вот, есть два вида свободы, есть свобода духовная и финансовая. Невозможно обрести духовную свободу, не обретя финансовую. Финансовая свобода – это не активный доход. Вы можете зарабатывать сейчас миллион, два, три из своего бизнеса, но вы будете как многорукий, многоног в своем бизнесе, понимаете? То есть вы будете выполнять обязанности, вам нужно постоянно быть в тренде своего бизнеса, потому что если вы вылетите из своего бизнеса, вас сожрут конкуренты. Вы должны постоянно развиваться, быть на волне, и от этого вы будете всегда активным участником своего бизнеса. Счастье именно в пассивном доходе.
когда вы можете ничего не делать и получать какой-то остаточный доход. Если у вас есть недвижимость, если у вас есть актив в банке или партнерская программа может дать вам правильный пассивный доход. Мы сейчас не про финансовые пирамиды, где ты вложил на дурака и ждешь, когда тебе там монеты придут какие-то, еще что-то. То есть это глупость, друзья мои. Понимаете, бесплатный сыр только в мышеловке. Здесь нужно поработать. Здесь ты получаешь пассивный доход от остаточного явления. Ты поработал, и потом уже остаточное явление. То есть ты работал на людей, потом люди работают на тебя. Так вот, пассивный доход откроет тебе путь к духовной свободе. Отдых, путешествия, саморазвитие, воспитание детей, познание себя, раскрытие потенциала. У тебя будет время на все. Ты подумаешь, блин, почему бы мне не помогать детям в Африке? Это гипотеза. А пассивный доход позволит тебе проверить эту гипотезу. И ты, не задумываясь, просто едешь в Африку и помогаешь детям. И через месяц такой говоришь, нет, наверное, не то. Возвращаешься и следующую гипотезу проверяешь. Тем самым ты ищешь себя. То есть деньги являются для тебя инструментом. Деньги вообще в наше время являются всем. Потому что они решают 90% проблем. И за деньги ты можешь купить время. Да-да, ты можешь купить время за деньги. А время – это самый главный ресурс и ценный ресурс. Ты должен это понять. Просто приведу тебе пример. Вот человек, у которого нет денег. Что ему нужно? Он хочет купить себе шкаф домой. Он приезжает в магазин IKEA в Санкт-Петербурге, выбирает шкаф, тут же созванивается с грузчиками, с машиной. Приезжает машина, он ждет ее, сам загружает, у него нет денег на грузчиков, он сам загружает, сам привозит, сам поднимает там на 3-5 этаж и сам собирает. И собирает все скорее по рукожопному, потому что каждый должен заниматься своим делом, понимаете? Бухгалтера считать, юристы защищать и так далее. А сборщик мебели собирает мебель, правильно? Но человек потратил целый день на это. А человек, у которого есть деньги, как он приходит в магазин? Он приходит и говорит, так, вот этот шкаф, все, адрес сказал и пошел гулять с семьей, с детьми. Тратит время своей жизни на то, что важно. И он пришел домой, и у него уже шкаф стоит, он его все, ему собрали. Он целый день занимался своими делами, понимаете, он купил время других людей. Время, деньги помогут вам покупать время и закрывать свои потребности и вообще не думать ни о чем, понимаете? И это очень важно. Поэтому это мощный инструмент для создания именно пассивного дохода. Потому что оплаты проходят каждый месяц, и эти деньги вы будете получать каждый месяц. Каждый месяц люди оплачивают, каждый месяц вы получаете деньги. Я говорил о том, что это комьюнити людей, где мы помогаем друг другу. Кто-то пришел за знаниями, он обучается. Кто-то пришел за тусовкой, он тусит. Кто-то пришел за деньгами, он зарабатывает. Кто-то пришел за подписчиками, он получает подписчиков. Это самый короткий путь к популярности, вот, ну не так ли? Смотрите, я вам сейчас объясню. Наш сервис как красивый бриллиант. Красивый бриллиант, у которого много граней. Допустим, кому-то нужна грань обучения. Кому такая грань нужна? Допустим, маме в декрете. Ну смотрите, есть мама в декрете, да, какая у нее боль? У нее муж зарабатывает, все хорошо. Она считает, что она отрезана от мира и она не развивается. Ей кажется, что она деградирует, она что-то в мире происходит, она это пропускает. Я говорю, слушай, подруга, говорю, есть возможность развиваться, быть в тренде. Мы держим руку на пульсе, мы держим руку на тренде в Инстаграме, в интернете. И у тебя есть возможность развиваться вместе с нами. Поэтому присоединяйся к нам. Она с удовольствием, и она себя расцветать начнет, понимаете? Она расти начнет, она будет следить за новыми трендами, фишками и так далее. Допустим, есть человек, который хочет получать там новую профессию. Вот к нам приходят студенты, здесь ребята не могут себя найти. Я говорю, нафига тебе работать там, листовки раздавать там у Бургер Кинга, да, там. Ты можешь освоить новую профессию, там, стать креативным, как-то писать крутые ролики и зарабатывать хорошие деньги. Попробуй себя в этом. Ничего не бойся, просто попробуй, ты ничего не потеряешь. Соответственно, есть люди, которые хотят быть в тусовке. Просто приведу пример. Человек первый раз приехал в Питер, он никого не знает, у него боль какая, ему деньги нужны, вряд ли. Ему нужны знания, да вряд ли. Ему нужно окружение людей, чтобы его здесь поддержали, чтобы он остался. Ему нужно войти в тусовку. Говорю, дружище, давай к нам в игру. И ты здесь объявишь себя, станешь частью крутой тусовки. У нас в Питере уже было с момента старта 4 тусовки. Понимаете, то есть у нас было грандиозное открытие, фото-уикенд. Потом мы собрались с ребятами, покатались на этих, на картингах. Просто круто провели время. И у нас было крутое барбекю-пати, где мы просто пришли, познакомились, пообщались, потусили. Это нетворкинг, где ребята общаются и помогают друг другу. Понимаете, это новое общение. Поэтому я говорю, давай к нам в тусовку, и ты познакомишься с новыми людьми. И все. И дальше уже человек для себя какие-то новые возможности. Или, допустим, у тебя есть финансовый вопрос или какие-то незакрытые финансовые потребности. Это самый лучший инструмент. Ты хочешь стать популярным, это самый короткий путь к популярности. Если нет, назови мне, как можно набрать 100 тысяч подписчиков по-быстрому. Ну, давай, скажи мне. Накрутить ботов, ну, я считаю, что лучше 100 человек настоящих, чем миллион накрученных. Тебе любой предприниматель об этом скажет, что лучше 100 человек настоящих, чем миллион накрученных ботов. Соответственно, здесь формат какой? Самый короткий путь популярности. Почему?
Хочешь 100 тысяч подписчиков? Ну, пожалуйста, где-то уже на этом этапе будет. Просто начни вот эту вот дубликацию вот до этого уровня, и дальше все выйдет из-под контроля, у тебя само пойдет цепочка дубликаций. А если ты хочешь сейчас набрать 100 тысяч подписчиков, тебе нужно сделать крутой бренд. Дальше тебе нужно деньги тратить на рекламу. Покупать рекламу у блогеров, таргетированную рекламу. Ты выкинешь кучу тысяч рублей, сотен тысяч рублей, даже, возможно, миллионов, чтобы набрать себе 100 тысяч подписчиков. Потому что ты должен найти свою целевую аудиторию, где сидит целевая аудитория. И, соответственно, также в интернете огромное количество фейковых аккаунтов, пустышек, которые тебе не дадут за твои деньги тот результат. Здесь же мы про настоящее. Про то, чтобы быть, а не казаться. Поэтому это уникальный инструмент, и мы сейчас на старте. Это стартап этого года, это самый дерзкий, самый мощный стартап этого года. Мы в любом случае порвем и заберем этот рынок, с тобой или без тебя. Вопрос, конечно же, чтобы с тобой. Потому что нам сейчас нужны лидеры на старте. Я считаю, что у каждого человека огромный потенциал. Я очень хочу, чтобы ты не засиживался на заднице и начал раскрывать свой потенциал. Пошли вместе с нами и просто подумай, что ты теряешь и что ты можешь приобрести, вещи несопоставимые. Что ты потеряешь? 890 рублей, все? При этом ты получишь знания, сервисы, окружение, возможность зарабатывать, получать подписчиков. Понимаешь, что ты получаешь взамен? Поэтому здесь к вопросу о том, что стоит ли оплачивать или нет, вообще не стоит. Здесь вопрос стоит, на сколько мне оплатить? На 3 месяца или на год? И как быстро ты начнешь дублицировать. Поэтому ты регистрируешься, оплачиваешь тариф, получаешь 3 промокода и по этим 3 промокодам сразу же приглашаешь других людей. Все. Если кто-то из вас вдруг скажет о том, что это какая-то финансовая пирамида или еще что-то, друзья мои, ну, изначально мне было смешно, но сейчас мне стыдно за таких людей. Какая же это финансовая пирамида, где нельзя больше 1000 рублей вложить за месяц и никаких процентов ты за это не получаешь, но это смешно, друзья мои. Мы лишь всего лишь даем возможность, то есть 20, 10, 5%, мы 60% отдаем в сеть людям. Мы могли бы эти деньги тратить на рекламу, то есть, но нам нужно было бы создать отдел продаж, нанять людей и топить кучу денег в рекламу. Но не факт, что это было бы эффективно. Но мы хотим помочь обычным студентам, обычным мамам в декрете, обычным работягам как-то выбраться из этой ямы, в которой они находятся, и дать им крутой инструмент. Вот эту ценность мы несем. Я очень надеюсь, что вы нас поддержите на этом этапе, потому что нам сейчас действительно нужны лидеры в разных городах, в разных странах. Потому что мы готовы не просто Россию разорвать, мы готовы разорвать весь мир. Просто нужно, чтобы вы поверили в нас и пошли за нами. Поэтому, друзья мои, рыба-карась, игра началась. Увидимся в игре. В общем, Дуислав, Инстагейм, хама проекта нам жур, уланыңар, пожелет кумайсылар, дыма дейді. Эн осон пүн топшуюлы, агар пүлшілі иман деген одан бөлсе, харакет қысаларын іштайсылар.